Итак, сейчас мы займемся Volvo XC90. На нее мы будем ставить электропороги фирмы АТС. Потом, после установки порогов, этот автомобиль к нам приехал на несколько услуг. Мы его будем оклеивать полиуретановой пленкой, потому что автомобиль абсолютно новый. Не хочет, чтобы на нем появлялись сколы. Вот. Мы его оклеим полиуретановой пленкой Perfect и поставим электропороги. Начнем мы нашу работу. Сначала мы загоняем его на подъемник, соответственно. И да, это второй Volvo XC90, который владелец этого автомобиля пригоняет к нам. Ее на первом Volvo мы тоже ставили пороги, это было, наверное, года 4 назад. Вот, машину она продала, купила новую и сказала, тоже хочу пороги. Очень приятно за это. Закончили этот автомобиль, вернее, первый пункт по этому автомобилю, установили электропороги фирмы АТС. Все, пороги здесь прекрасно работают, прекрасно смотрятся и очень функциональны. И в этом автомобиле мы сделали, из-за структуры самого порога, мы сделали узкую панель. Вернее, ну, узкую по толщине имеется в виду. Смотрите, когда я закрою автомобиль, ее практически не видно, она сливается с авто. Также из этих порогов очень удобно выходить. Как для передних, так и для задних пассажиров. Пороги также, как и любые другие наши, управляются с приложением. Мы не ставим никаких кнопок. Также мы не сверлим кузов, когда очень много задают вопросов, как устанавливать пороги, они универсальны. Нет, пороги не универсальны. Мы производим более чем на 100 моделей автомобилей пороги. И каждые пороги индивидуальны по той причине, что само днище у любого автомобиля, оно разное. Поэтому мы делаем сначала 3D-сканирование, делаем модель, потом мы измеряем размеры, и уже потом, мы только после этого, мы делаем кронштейн. От задней двери порог работает так же. То есть при открытии левой стороны выходит левый порог. Неважно, какую дверь вы открываете, переднюю или заднюю, то же самое происходит с правой стороны. Сейчас с той стороны пороги, соответственно, закрыты. Все, пороги на этот авто... Доводчиков нет. Пороги на этот авто мы установили, теперь будем заниматься, ну уже не сегодня, соответственно, а с завтрашнего дня начнем оклейку полиуретановой пленкой Perfect. Автомобиль будет оклеиваться полностью, ну, когда мы его закончим, мы вам покажем. Как я и говорил ранее, этот автомобиль мы еще будем оклеивать пленкой полиуретановой Perfect. Автомобиль оклеен полностью с крышей. Пленка Perfect, она у нас идет 180 микрон. Очень хорошо защищает от сколов, от царапин.
также с самовосстанавливающим слоем она идет. И посмотрите, какой у нее хороший глянец. Я даже бы сказал, она идет полностью без шагрени. Шагрень, которая видна на видео, это шагрень краски автомобиля. Вот. А сама пленка шагрени не имеет. То есть у нее очень хороший еще гидрофоб. С нее стекает вся вода, и машина остается дольше чистой. Но самые большие достоинства этой пленки — это то, что она защищает от сколов и от царапин.